Рустама Джабраилова с позиции центрального защитника на позицию опорника. Но не поэтому Александр Ильин покинул поле, а лишь потому, что партнерам тоже нужно давать принимать участие в этом матче. А у нас остается играть порядка 5 минут. Да, вот подсказывают коллеги. 5 минут, вот люблю я очень эту песню. Помните? 5 минут, это много или мало. Вот это вот для, наверное, для Yellow Black and White 5 минут это много. А для Камеди Клаб наоборот мало. Это так всегда, друзья. Бывает, что нужно быть каким-то предсказателем в Англии, там, скажем, Нострадамусом, чтобы понять, что Джабраилов будет со своим ростом ходить на стандартное положение. И сейчас вот именно это Джабраилов и делает, и продолжает делать. Там еще высокий шастун. Словно лорд Беттер там к этому мячу пытается подобраться. Передача на Джабраилова. Еще один удар, и Величко был уже бессилен здесь выручать. Но Джабраилов не попадает в ворота. Вот эти вот наши коварные удары от газона. Но сейчас, конечно, повезло. Повезло команде Yellow Black and White в этом эпизоде. А забей сейчас Джабраилов 5-4 бы стало. И тогда вообще бы увидели горячую концовку. Сейчас болельщики, словно в матче 50-х годов Глазго Рейнджерс Динамо Москва, помните, финал Кубка Кубков, когда выбежали болельщики на поле, и судья прервал встречу, наша московская Динамо проиграла Рейнджерс в финале из-за этого выбегания. Но у нас этого не случилось, болельщики-то выбежали, а судья продолжил. Клепиков, удар по воротам и гол, взятие ворота. Это был Клепиков или Шастун, но не так важно. Важно то, что команда Камеди Клаб забивает 4-й мяч и сокращает отставание в счете до всего лишь 1 балла. Друзья, вы представляете, как переворачивает сейчас игру Камеди Клаб? Надо смотреть там повтор, кто все-таки автор гола. Но мне бы хотелось, чтобы это был Сергей Клепиков. По той простой причине, что для него это станет хет-трик. Посмотрим на повтор. Самое главное, как я уже сказал, это то, что счет у нас становится 5-4. И мы, друзья, увидим с вами просто огненную концовку. Сейчас у нас все будет сиять и полыхать в оставшиеся 4 минуты. И вот она, первая желтая карточка. Не забыл сегодня с собой взять горчичник и баги Чичелян. Показывает он Александру Пронину за неспортивное поведение желтую карточку. Ну все было у нас в сегодняшнем матче. И штанга была, и 9 мячей было. Но вот желтой карточки много не было. Вот ее сейчас баги Чичелян продемонстрировал. Пронин выиграл минуту для своей команды. Турал успевает на быстрых ногах добежать до этого мяча, словно бразилец Кафу, сохраняет его там в последний момент. Джабраилов сейчас здесь чеканит мячом, как заправский сотрудник цирка братьев Запашных. Передача на Пронина, простите, на Клепикова, я уже тут заговариваюсь, Клепиков сейчас на покер заходил, нарушение правил нет, и выход 2 в 2. Еще и третьим там сейчас Колосов подбегал, Гришаев финтил, как Денилсон на Маракане. И не дождался все-таки своего партнера, потеряли мяч по левому флангу, атаку на поворот. Но это очень просто для Камди Масаева. Короче, Камеди Клаб, нужно сравнивать счет. Но захлебывается здесь все-таки атака по левому флангу. Джабраилов подключается в середину, направо Туралу. Турал простреливает туда на Клепикова. Вот сейчас как-то замахивает Алексей Маркович своего оппонента. Пронит с мячом, это всегда опасно. Колосов, темп номер 2. Вот Гришаев, Колосов и Пронин сейчас такую круговерку устроили, которая могла взять его, закончится. Туда к этому, словно Тартанья, первый мушкетер подоспел и туда и уколол, словно шпагой своих оппонентов, и забивает 6-й мяч. Не знаю, снял ли он вопросы по этому поединку, установив вот этот теннисный счет. Ну, гол вышел поистине красивым. Вот видите, у нас хет-трик сегодня был. И два дубля уже тоже имеем. Автор хет-трика — это Сергей Клепиков в составе Камеди Клаб. Ну и два дубля этим покерной партии отвечает команда Yellow Black and White.
Атака по левому флангу. Александр Ильин не добирается этого мяча. Перехватывают защитники и пас на Дмитрия. Ну и на этом непростой передаче. Главный арбитр встречи Ваги Чичелян. Под громогласные аплодисменты всех участников этого прекрасного действа заканчивает сегодняшнюю игру. Что ж, друзья, если вы были в прямом эфире на этом матче, я думаю, что вы не пожалели. Действительно, бодрый, очень веселый матч мы с вами увидели. Познакомились с такими командами, как Comedy Club и с командой Yellow Black and White, которая представляет продюсерскую студию, участник проектов «Кухня», отель «Иллион», также «Грант», ИП «Пирогова» и «Последние богатыри». Вот такие вот известные проекты представляют команда. Она сегодня побеждает. Еще, Серег, еще! В поединке со счетом 6-4 выигрывает у своего оппонента из Comedy Club. Ну, там ребята веселые, они грустить не будут. Большое спасибо, что были сегодня в эфире. Для вас работал в прямом эфире. Спасибо. И вот, Максим Киселев, и очень приятно, вот команды аплодируют и вызывают меня на фотографирование. Друзья, прощаюсь с вами и бегу делать командное фото. До свидания, дорогие друзья. Все, сели, упал, устал, поди! Коля остался. Не трогай его. Здорово.
Здорово, здорово, давай. Пробуйте поле у ребят. Да, 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 да. Давай, давай. Дай сначала сам. Вот, 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 вот
Не знаю, не видел. Скорее всего, туда. Пожарь сразу!
Вернулся, Дим, уже пора! А, хорош, Мирза! Thank you.
ногу в него бьет. Замена, Рэп. Спокойно с ними принимай. Сюда переведи.
Ой, здорово! Далеко все, далеко! Здорово! Один рыб! Так,
Давай снизу дадим.
поймешь, поднимет? Нет, нет, ты будешь играть по защите. Давай, садись, рыж! Пашка, нормально, отскочи! Сели больше, сели! Один рус!
Конца! Хорош, Саш, хорош!
Ни одного нет. Дима!
середина, блядь! Вы что делаете, блядь? Давай, 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 давай